закончили первый слой вибропласта на автомобиле Renault Duster. Так вот у нас ковер получился. Арки проклеены усиленным материалом. Все клеится на горячее, то есть предварительно все разогревается. Крылья. Потом все это дело прокатывается валиком. Также проклеили первый слой в дверях. Под задней сидушкой. Проклеили пол в салоне. Также усиленным материалом. По правой стороне приступили клеить второй слой. Продолжаем нашу работу.